Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», и я приветствую в нашей студии Дмитрия Валентиновича Дениско, депутата Московской областной думы, члена фракции «Единая Россия». Мы встречались, получается, весной прошлого года, после первой волны пандемии, предполагали, что будет вторая, и вот мы встречаемся сейчас, когда вроде бы немножечко ситуация улучшается. Вы это как депутат и как человек чувствуете? Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я как житель, как человек, который проживает во всем этом, естественно, это чувствую. Мало того, я за это время успел переболеть. И переболел так достаточно. К сожалению, на себе попробовали, да? Да, я, к сожалению, попробовал на себе. И вот, пользуясь случаем, призываю всех делать прививки, вакцинироваться. Благо, сейчас очень много возможностей для этого. Прививка бесплатная. И вот то, что я прошел, я не хочу пожелать другим людям. А вот, кстати, сразу же от прививки, это как бы такой глобальный сейчас медицинский вопрос, потому что вот среди тех вопросов, которые мы будем обсуждать, это, конечно же, противодействие вот коронавирусной инфекции. Мы вспомним то, что делали в 2020 году, но сейчас о вакцине. Вот как депутат, ведь мы же не можем заставить всех, да, вакцинироваться, потому что дело добровольное. Но вы как-то проводите работу какую-то где-то во время встречи, потом продолжают, я так понимаю, работать волонтеры, которые, наверное, рассказывают, что давайте, вакцинируйтесь, да, идет работа? Да, смотрите, вообще глобально, чтобы избежать дальнейших волн пандемии, медики говорят нам, что нужно, чтобы 60% населения имели, более 60% имели антитела. Вот, два варианта, да, либо это человек должен переболеть, и у него эти антитела появятся, вот, ну, если, конечно, человек не умрет, да, такой тоже, к сожалению, встречается. Либо этот человек должен сделать прививку, вакцинироваться. Что для этого делается? Во-первых, я как уже сказал, прививка бесплатная, то есть она доступна. Вот, она доступна для любого человека, не обязательно гражданина России. Это может быть житель там, другой страны, но который здесь находится официально, ну, работает, имеет паспорт, да. Имеет, если он работает, имеет патент и так далее. Вот, значит, удобство, доступность. Сейчас организованы стационарные пункты не только в поликлиниках, сначала они были только в учреждениях медицинских. Сейчас во всех крупных торговых центрах открываются стационарные, уже там во многих открыты, стационарные пункты. Мы рассказывали уже, да, да. И человек туда может прийти без записи. То есть в поликлинике надо записываться через портал госуслуги. А в торговый центр он может просто прийти и в порядке живой очереди. Вот сейчас никакой очереди там по сути нет. То есть если в будни вы приходите, то я думаю, что это займет у вас до часа времени. Вот. Это все делается абсолютно быстро, налажено. Сначала проходит... В хорошем смысле слова конвейер. Ну да. И все это делается при обязательном осмотре врача-терапевта. То есть, если есть показания, чтобы прививку не делать, ее делать не будут. Хорошо. Вернемся еще к такому вопросу. Понятно, что мы сейчас выходим из пандемии. Давайте начнем и вспомним 2020 год, который все так провожали, чтобы он больше не возвращался. Но мы понимаем, что 2021 год все-таки будет выход, еще будет как продолжаться эта история. Естественно, я задам еще какие-то экономические вопросы, но все-таки, как бы вы, как депутат, оценили работу свою, ваших коллег, тех волонтеров, жителей, которые, да, принимали участие вот в этой борьбе с коронавирусной инфекцией вот на сегодняшний день? Ну, я хочу сказать, что год действительно был и тяжелый, и необычный, и лучше бы он не повторялся никогда. Вот. И, к сожалению, вот первая волна была достаточно серьезным потрясением, и наши многие системы не были к этому готовы. К счастью, ко второй волне ситуация значительно изменилась, то есть необходимые действия были сделаны в полном объеме, и никакого коллапса уже не происходило. Вот. Как оцениваю работу, допустим, свою и своих коллег? Ну, работа была достаточно ограничена. Основные мероприятия, ну, мы, наверное, попозже их подробнее коснемся, были проведены, но это был все равно усеченный режим. И основная работа была связана с устранением последствий вот как раз ущерба от пандемии.
Ну, я так понимаю, что это активная работа волонтеров, работа с избирателями, которые старше 65 лет. Ну, которые нуждались в помощи. Не только. Многодетные. Да, все, кто обращался к нам, мы с ними работали. Вот это тут у многих возникает вопрос. Ну, знаете, когда все-таки очень нестандартный был режим, и некоторые, может быть, не следили за работой, и у них возникали вопросы, а вот все, что депутаты, там, помощь материальная, работа с депутатами других уровней, вот это все работало на этом этапе, и все люди, которые нуждались в помощи не только, вот, скажем так, противокоронавирусной, но и в традиционной, да, они получали, и даже на уровне там встреч в видеоконференциях, все наказы, которые можно было, и общение продолжалось с избирателями. Ну, мы были доступны, если речь об этом. То есть до нас информация доводилась очень легко и просто. У меня через Инстаграм, либо через прямые эфиры. Вы тогда еще рассказывали, что Которые я проводил, распространяли всевозможными способами телефон штаба волонтеров. Туда обращались люди. Как бы, ну, у нас такая, мы достаточно быстро организовались, и проблем не было. Хорошо. Мы помним, что так совпало, что, тем не менее, 2020 год для нас был еще и праздничный, потому что юбилейный, 75 лет Победы. Тоже наверняка он уже войдет в историю, потому что впервые парад переехал на день, но тоже на день значимый в истории, день парада вот того первого знаменитого. И, собственно говоря, и салют, но все равно какие-то были элементы, да, были какие-то проведены максимально возможные акции, несмотря на все это. Вот как вы оцениваете работу? Что удалось сделать? Потому что ведь это не только ну, надо, но это же из души как-то идет. Обязательно. И мы не теряли связи и в мае с нашими ветеранами прежде всего. И когда немножко пандемия утихла и разрешили старшему поколению выходить из дома, вот, мы, конечно, собирали ветеранов, так вот старались на открытых площадках, вот, или посещали ветеранов, это было и там в мае, и позже, и в июне, посещали дома, опять же, много всяких акций, они благодарили, они все понимали. Вот, они у нас очень серьезные и ответственные люди. Они говорят, мы не боимся, но есть правила, мы не хотим нарушать. Зачем мы будем подвергать риску себя там, или своих близких? Вот, то есть они были очень дисциплинированы. Было очень действительно много акций. Тем не менее отметили, отметили широко. Конечно, отметили, это естественно. И ветераны очень благодарны, что невзирая ни на что, как бы праздник состоялся. Еще одно событие, которое тоже было таким общегосударственным, и, естественно, депутаты тоже в этом принимали участие, это период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Это была такая, ну, для кого-то впервые проходил, что-то надо было разъяснять. А были люди, которые с этим не соглашались, которые или просто не понимали, о чем идет речь, им тоже нужно было что-то объяснять. Вот здесь какую вы вели работу? Разъяснительную в основном работу, да. То есть, ну, два этапа. Первый этап – это мы встречались там, с коллективами, там, с жителями. Кто-то нас приглашал специально, кого-то мы приглашали, общественные организации мы собирали специально, потому что были вопросы. Вот. Я уже не первый раз участвовал, да, в таком голосовании. Но когда я участвовал в далеком там 95-м году, да, или в каком 93-м году, когда у нас... Там же мы вообще не понимали. Ну, я в своем возрасте я вообще не понимал, что это такое. А здесь каждый пункт был понятен, разобран. Было много вопросов. Люди все по-разному относились к изменениям. Была, ну, я считаю, что как бы была пропаганда такая антипоправочная, очень серьезная, да, и многие люди как бы задавали такие неудобные вопросы, как они считали. Вот, я не считаю, что какой-то вопрос может быть неудобным. Любой вопрос надо обсуждать. Да, любой вопрос надо обсуждать. Мы обсуждали, когда и вот, ну, не скажу, что в 100% случаев, но в большинстве случаев приходили к тому, что, ну, в общем-то, да, мы согласны, наверное. Ну, в конечном итоге все равно человек, да, принимает решение, он будет голосовать, не будет и так далее. Потом у нас же там была часть электронной
электронное голосование, а часть люди приходили на избирательные участки. Ну вот наша задача была тоже посмотреть, как эти участки готовы. Там же действовали более серьезные ограничительные меры из-за пандемии. Да, должны быть все средства защиты, там одноразовые ручки, там антисептики. Да. Ну вот это тоже была одна из наших задач. То есть мы смотрели, чтобы было соответствие, там вопросов не было. Участие в выездных комитетах МОД. Напомним, что это такое и что это за работа? Задача любого депутата – это не только на земле работать там, с жителями, с организациями. Это заседание, где обсуждаются законы, которые надо принимать, обсуждаются проблемы, которые потом вытекают в какие-то законы. Ну и выездное заседание комитета – это когда заседание происходит не в стенах Московской областной думы, а в месте, ну, например, где есть какая-то проблема. Да? И вот мы выезжали с комитетом здравоохранения, это не мой был комитет профильный, но так как это было на территории нашего округа, я принимал в нем участие. Мы выезжали в Малаховку, там собирались, обсуждали вопросы в школе-интернате и, как бы, в общем-то, все те вопросы, которые там были заданы, мы в результате решили. Это было еще, по-моему, до пандемии, то есть когда еще не было вот ограничения, потому что после этого все, и Дума стала работать в режиме онлайн, и все комитеты стали работать в режиме онлайн. Ну и вот такой немаловажный вопрос, опять же, прием все равно осуществлялся, но был прием, опять же, на удаленке, то есть можно было, если, например, какой-то. Понимаете, ведь было ощущение, что только коронавирус, но у людей могли быть какие-то проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, опять же, на медицинском фронте, но по другим вопросам, к сожалению, это никуда же не делись, эти проблемы. Ну, да. И они могли к вам обратиться, и связь была. Обращались, плюс да. Я знаю, что вы очень интегрированы в интернет, вот интернет-площадки, то есть это все использовалось для того, чтобы... И до сих пор, да? Как вас можно найти, вот если кто-то сейчас... Спокойно, через Инстаграм, вообще без проблем. По имени, фамилии? Да. По имени, Дмитрий Валентинович Дениско. Да. Вот, Дмитрий Дениско. Дмитрий Дениско. Да. Запомните, возможно, к вам придет, так что встречайте новых посетителей. Сейчас у нас будет небольшая пауза, после чего я хотел все-таки, чтобы мы поговорили еще, опять же, никто не отменял те проекты, которые планировалось. И, естественно, мы поговорим о том, что планируется в этом 2021 году, тем более, что мы с вами прекрасно знаем, у нас будут выборы на столь высоком уровне, выборы сентябрьские в Государственную Думу, и наверняка все партии, в том числе «Единая Россия», будут готовиться на всех, да, уровнях, в том числе и на областном. Ну а сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Напомню, что в гостях у нас сегодня депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Валентинович Дениско. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас здесь депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско. Напомню, что мы встречались еще в прошлом году, в самую такую тяжелую пору, май, как мы вычислили месяц, когда вот первая волна, потом летом немножечко мы отдохнули, готовились ко второй волне. И все-таки с какой самой большой проблемой вы как депутат столкнулись, вот когда, например, кому-то нужно помочь, а мы все на удаленке, а все равно надо позвонить, найти. Одно дело, как говорится, сел, поехал, или помощники помогают, или другие коллеги. Ну, да, вы же все вместе работаете. Что самое сложное было? Ну, на самом деле, все службы, все руководители этих служб, они все работали, там не было такого, что... Были люди, когда они заболели просто физически, они отсутствовали, но как бы всегда работает команда. В этом плане я не скажу, что были какие-то проблемы, то есть мы все равно их решали. Вот. Вот с точки зрения больниц были такие вопросы, что, ну вот, например, когда в больнице обнаруживается ковид, там ее закрывали там на карантин, допустим, да, то есть тогда у нас было только одно ковидное учреждение, да, в Красково, да, сделали его. Потом уже здесь добавили. В мае. Да. Вот. А все остальные больницы их лихорадило. То есть очень многие отделения, врачи болели практически там в 100%
составе. Больных старались, вот плановых больных вообще не брали, то есть на какие-то серьезные. Был период, да. Вот. И иногда мне звонили и говорили, что мне делать, вот у меня вот такая вот ситуация. Помогите. Да, куда мне бежать, там, здесь закрыто, здесь там никого нет врачей. Вот приходилось там созваниваться с врачами, что-то придумать, что-то решать. Ну, в точечном порядке, что-то. Ну да, но это было вот это, я считаю, такая самая, из этих историй самая такая, ну, проблематичная, угу. Да. А в остальном у нас мы быстро перестроились, как бы волонтеры вообще у нас золотые люди, да, то есть ни разу никаких проблем, вот ни одного отказа. У нас бывало там, мы по 20-30 наборов отвозили. То есть ни разу ни одного отказа я от них не слышал, и ребят наоборот сами. И они мне говорили: спасибо, Дмитрий Леонидович. Я говорю: ребят, у меня 20 наборов. Они: Дмитрий Леонидович, спасибо. То есть, понимаете, волонтеры. Ну да. Волонтеры говорили, потому что они как бы, ну, для них это было, это не работа, это зов души и желание помочь. Это реально. Ну, понятно, при этом у нас есть национальные программы и госпрограммы Московской области, mm-hmm. которые, как мы понимаем, никто не отменял. Да, можно на какое-то время их реализацию приостановить по понятным причинам, но все равно они есть. И возникает mm-hmm. вопрос, они отложены сейчас или к ним вернулись, или они продолжают выполняться? Ну вот все программы, которые были запущены, они все продолжались. Угу. Вот, ну, самые значимые у нас это, наверное, реконструкция Октябрьского проспекта. Да. Она идет, это первый этап, вынос коммуникации. Он очень сложный, там очень много проблем. Она закончится. Очень много проблем возникает, там очень много сетей, которые не отмечены. Угу. Были там замечания к экспертизе. Вот мы три рабочих группы с жителями, ага. жителями домов, которые вдоль Октябрьского mm-hmm. проспекта. Мы провели с ними три рабочие группы. Вот, приглашали и проектировщиков, и приглашали подрядчиков, которые делали, там высказывали свои замечания какие-то и так далее. То есть, ну, работа, в общем-то, идет в этом направлении. Но, скажем, не прекращалась. Mm-hmm. Вот, сроки, ну, сроки есть официальные. Да, есть официальные сроки. Мы надеемся, что они не сдвинутся. Да, что они не сдвинутся. Вот. Единственное, что сейчас мешает, это вот чехарда с коммуникациями, потому что все это не так. Найти бы того человека, кто ее прокладывал. Да, ну, вы знаете, там же есть, в какие годы это делали, какие-то кальки были, может быть, что-то утеряно, что-то, может быть, и там хозспособом кто-то что-то проложил там, и не отметил нигде. Ага. То есть они же заглубляются там достаточно. Ну, даже в какой-то степени интересная работа, чтобы найти все, куда что идет. Интересно еще, чтобы никого не отрубить, ничто не перерубить, потому что город – это живой организм, конечно. Он работает, функционирует. Вот. Следующее – это вот, расширение М5, угу. реконструкции. Там, да, там тоже работы идут, там мост строится потихонечку. Я так езжу, там периодически смотрю. Угу. Вот. Здесь работы идут. Надеемся, что вот 2 года. И, там, ну, здесь-то первый этап, там, я думаю, что побыстрее они закончат, а потом идет обход вокруг поселка Октябрьский. Угу. Следующий этап будет. Там тоже несколько этапов. Там тоже года, по-моему, 3. По-моему, 23-й год, я сейчас точно, или 24-й угу. год. Окончание. Вот. Пристройку сделали к кадетской школе, закончили. Я, честно говоря, с котлована туда приезжал. Не верил, что они закончат до 1 сентября, хотя задача была такая. Но это вот спасибо директору кадетской школы Наталье Скисовой. Она, конечно, там дневала и ночевала, всех знала по имени, хотя там народу было кошмар сколько. Но я просто, мы вместе с ней когда ходили там, на инспекцию, она вот прям вот каждого по имени, каждое это. Ну и чувствовалось, что она контролирует ситуацию. Ну, хорошо. О доброделе еще поговорим, угу. потому что такая уже раскрученная система, да. куда можно обратиться. Да. Как сейчас идет работа? Добродел, в общем-то, свои функции выполняет, так. для которых он был создан. То есть жители активно пользуются. У меня статистики нет, сколько идет обращений, но это находится на личном контроле губернатора, поэтому угу. во всех поселениях муниципальная власть очень быстро реагирует на все эти замечания, и когда к нам обращаются жители,
я часто советую обращаться, именно высказывать свою проблему через добродел. Быстрее работает. Да, у нас стоит задача просто смотреть, как это выполняется. Не, естественно, не каждое поручение, но мы периодически выезжаем, смотрим, приглашаем, кто эти недостатки устранял, либо должен устранить, или есть какие-то проблемы, там необходимо наметить какой-то путь решения, мы это делаем. То есть со стороны администрации или со стороны управляющей компании, ну, это обычно в сфере ЖКХ все происходит. Вот, никогда нет никаких отказов, работаем оперативно. В прошлой нашей встрече мы разъясняли по поводу нового вот такого подхода под названием инициативное бюджетирование, вот как удалось реализовать. И есть какие-то новости в этом направлении? Ну, новость такая, что это состоялось. Так. Вот, было... Это главное, да? Да, да, да. У нас на территории нашего округа с помощью инициативного бюджетирования мы реализовали 37 проектов. 37? Это, да, да. Это в области системы образования все происходило. Вот. Ну, скажем так... Жители пока до конца эту систему не понимают, но начало положено. То есть будем разъяснять, да? Были в начале пути были проблемы с юридическими вопросами, то есть как оформляются, как кто согласовывает, когда подаются документы на конкурс, какие документы. Ну, то есть было много юридических вопросов, и из-за этого даже немножечко происходили задержки. Ну, как бы отложились выполнение каких-то мероприятий. Вот. Но в результате вот, в 99% случаев все успели, все сделали. То есть, по крайней мере, наши, которые нам наказы делали, мы вот их собирали с Игорем Валерьевичем Каханным. Он был недавно у нас тут тоже. Да, я знаю. Вот. Дело в том, что мы с ним вот наказы, которые шли по системе образования и здравоохранения, мы все это дело объединили и занимаемся этим вместе. Вдвоем, я понял. Да, да. Он так и говорил. Да, занимаемся этим вместе. Вот. И, в общем-то, все, вот, что мы, что нам какие поручения давали, скажем так, наши замечательные директора школ, там, руководители детских садиков, заведующие там, или главврачи там. Вот, все мы это дело реализовали, деньги были выделены, оборудование закуплено, установлено, там спортивные площадки, теневые навесы, рингофонный кабинет. Ну вот тут, кстати, да, окна. Можно перейти по поводу вот этого вот словосочетания формирования городской среды, то, чем в последнее время занимаются, скажем так, большие города. Ну и мы здесь под Москвой, да, видим, что происходило в Москве, и делали тоже. И плюс жизнь как некая спортивная тоже площадка, спортивное направление. Что об этом скажете? Потому что, опять же, год был сложный, а среду сейчас... мы помним время, когда все было закрыто, на лавочку не присядешь. А сейчас люди опять вернулись, они хотят видеть эту среду, они хотят видеть спортивные площадки, возможно, заниматься спортом. Вот что. Ну, формирование городской среды, оно настолько разнообразно, что как бы любое направление, которое затрагивает жизнедеятельность человека вне работы, да, это городская среда. Вот. Начиная там, вот если даже говорить для людей с ограниченными возможностями, доступность, там, это формирование городской среды. Мы оборудовали, реконструировали, по сути, два парка, и центральный, и Наташинский. Там открыли площадки, сделали там вейк-парк и так далее. Здесь фонтан, появился красивые дорожки, два входа красивых, появилась площадь, где жители могут, ну, какие-то мероприятия собраться вместе и так далее. Вот. А также есть, да, дворы, которые тоже это для вообще-то обычного жителя, наверное, это даже в большей степени городская среда, да, его двор. Вот. В этом году, в 2020, к сожалению, удалось сделать поменьше благоустройства. То есть, ну, если обычно делали 60, с чем-то там 65, 63, то здесь уже было там 32 или 34 двора было благоустроено комплексно. То есть, ну, по сути... Ну... Впереди только начавшийся год, может, придется наверстывать. Но мы не остановились. Не остановились. То есть работы шли и... Будут продолжаться. Да, и будут продолжаться. По спортивным направлениям. Мы знаем, что в Люберцах у нас, слава богу, спорт хорошо. Территория построен. Спорта. Да. Вот что здесь вами сделано
как депутатом подмечено? Вы знаете, есть как бы возможности где-то поучаствовать, мы всегда участвуем. Вот. Если, допустим, я, допустим, общаюсь с боксерами, да, они проводят ежегодный турнир Капитонова Кузина. Они всегда обращаются ко мне, я им всегда помогаю в организации. Ну, то понятно. Есть, там же как бы тоже есть определенные проблемы с финансированием. Там надо судей пригласить, разместить там их, там, выдать зарплату им какую-то и так далее. То есть на это у них иногда денег не хватает. На помощь приходит депутат. Ну, это здесь я даже больше, наверное, не как депутат, а как просто друг, наверное. Ну, понятно. И любитель спорта. Да, и любитель спорта, да. Есть вот тоже... В гарнизоне, да, когда они начинали, футбольный клуб «Звезда». Сейчас они уже и на той стороне, там, да, у них там плацдарм, вот Тавкач Валерий. Когда-то мы с ним вместе сделали первую искусственную полянку на этом стадионе в гарнизоне. А сейчас, вот в этом году, он ее расширил и сделал еще одно там мини-поле футбольное. Ну, и вот, да, пригласил меня по старой памяти на открытие. Я там такого активного участия никакого не принимал, но мне всегда приятно, мне радостно, что люди в любое время находят силы, находят средства и развивают это дело. Отлично. С точки зрения, вот добавлю, опять же, с Игорем Валерьевичем Каханом мы сделали такой, ну, для себя такое направление, с нами согласилось и управление образованием, и детские садики, мы стали делать в детских садах спортивные площадки. И вот в прошлом году, по-моему, мы 6 площадок спортивных сделали. То есть это, чтобы детишки привыкали там, с покрытием искусственным, с оборудованием. Вот, чтобы дети с такого возраста были активными, у них была возможность там не в пыли ковыряться, а где спортивная площадка. Да, и задача у нас стоит все, чтобы садики были с такими этими. Ну и последний вопрос – это взаимодействие, два взаимодействия. Угу. То есть, с, собственно говоря, с фракцией «Единая Россия», с депутатами городского округа Люберцы, да, и взаимодействие с администрацией, с главой, потому что все-таки вы представляете нас в области, да, как это происходит, как часто вы встречаетесь? Вот ну, с депутатами я встречаюсь очень часто, ну, на неделе несколько раз. С фракцией стараюсь принимать в работе фракции местной вот каждое заседание стараюсь присутствовать. То есть, ну, какие-то бывают моменты, когда нестыковки, да, происходят по времени, там, может быть. Вот. У нас очень плотная работа, и сейчас очень много задач нам ставится, депутатам, потому что нам тоже ставятся задачи, именно через фракцию. То есть есть направление, направленное на улучшение жизни людей в разных сферах, в разных направлениях. Вот. И нам такие задачи ставит фракция. То есть нам ставят в Московской областной думе, да, мы транслируем это здесь, вот, и совместно решаем эти вопросы. Вы знаете, иногда вот в Инстаграме я размещаю такие, ну, казалось бы, может быть, даже не важные для кого-то посты. Там, допустим, вот я еду, проверяю горячее питание в школе. Да? В одной, второе, там, неважно. И, ну, иногда кто-то там шутит в комментариях, там, какие-то эти такие, ну, как будто это несерьезное дело. А на самом деле мы же идем от глобального и идем на опережение. То есть, если есть где-то сигнал, что вот там с питанием какие-то проблемы, где-то в какой-то далекой школе, да, там, да, непонятной, да. И это доходит до, как бы, ну, до депутата там областного, он этот вопрос поднимает на фракции. Чтобы потом не получить проблемы какие-то глобальные, когда уже будут пострадавшие, а это будут дети. Надо решать сразу. Да, мы смотрим, как бы это несложно. С одной стороны, приехал, поговорил, посмотрел, кто делал, посмотрел оборудование. Если надо, провел сертификаты, там, да, попробовал все это дело. Поговорил с детьми, там, нравится, не нравится. Ну да. Это... И так далее. То есть... Нет несерьезной работы. Все это нужно, все это важно, и дай бог, чтобы это приносило пользу. Ну, я понимаю, с администрацией тоже у вас тесный контакт. Абсолютно, да, и с главой, и, ну, просто глава у нас такой, он настроен на то, чтобы созидать, чтобы в любом маленьком, большом деле было развитие, и жители чувствовали себя лучше.
Поэтому, если речь идет о том, что где-то нужна его помощь в этом направлении, ни разу за мою вот бытность, а мы с ним знакомы очень давно, ни разу не было отказа. То есть прогресс, постоянная работа на прогресс. Нет, взаимодействие, эффективное, продуктивное взаимодействие. Понятно. Да. Ну что ж, напомню, что у нас в гостях был депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Валентинович Денисько. Год только начинается. Ждем вас где-нибудь там осенью, приходите, захотите, приходите пораньше. Но в любом случае год будет, наверное, с одной стороны сложный, переходный, а с другой стороны будем надеяться, что все, что запланировано, будет выполнено. Спасибо большое. Была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко.